Погоди, Пинжао, что ты делаешь? Пусть господин Ли ответит. Зачем он тут погасил свечи? Неужто затеял недоброе против Юй Цинло? Цинло и я просто разговаривали о предполагаемом заказчике убийств. Но господин Я, это вовсе не благородный поступок. Послушивать, будто тать. Что, правда? А ты о чем сразу подумал? В твоих глазах все развратны. Ты заслужил свою кличку. Господин Обольститель. Раз уж все прояснилось, уверен, вы закончили беседу. Идем, вернись со мной. Погоди, я никуда не пойду. Я хочу поговорить с братцем Ли всю ночь. Только со мной можно проговорить всю ночь. Господин Я, Цинло ясно сказала, что не хочет. Юй Цинло моя забота. Оставь нас в покое. Я, ну пусти меня. Отпусти меня. Ты хочешь получить лекарство? Зачем сблизились с Ли Цзефанем? Он хитрец, как их поискать. Не стоит дружбы. Это не твое дело. Да кто ты мне? Чего пристал-то? Руки убрал. Сбрендил совсем. Зачем вам он вообще? Братец Ли достойный и благородный человек, а ты бесстыдный плут. Ну что? Предупреждаю, ночью сработает обезображивающая пудра. Я закричу, если приблизишься. Я всего лишь потянулся за коробочкой. А вы чего ожидали? Я послал Мусянь защищать Нань-Наня. Сделайте лекарство. Я прослежу, чтобы вас не отвлекали. Да кто бы говорил? Все вы мошенники.